Вам вообще что не спится с утра пораньше? Привет, мои дорогие телезрители, рад приветствовать вас в новом выпуске. Вы мои два зрителя самых дорогих, да? Утро начинается именно так. Кровать даже не заправил. Боже мой. Все, заправил. Все чемоданы собраны. У нас в доме вон пустота. Уже в машине. В Тетрис Сережа успел поиграть. Все упаковал. Все мы собрали. Ничего не поломали, слава богу. Все, папа, идешь. Что ты, камеру хочешь? Покидаем этот дом буквально через минут 10. На улице еще на великах покатаемся. Что ты хочешь? Иди сюда. Все, ты счастлив? Ты счастлив? Да. Поцелуй тебя. Иди. Сейчас. Истерик маленький. Такое опять закатил. В воскресенье, раннее утро, слышите, тишина просто. Его не папа с дома вынес. Его не папа обувает. Ты посмотри. Да. Поехали, ножки поднимай. Так, сейчас до Денниса или до Макдака. Первый завтрак. Поворачивай вправо. Вправо руль поворачивай. Мы сейчас в стену въедем. Да ради бога, все, стой. Накатался? Вот и стой, вместо того, чтобы кататься. Маечка, вон Майки катается. Майки, молодец. И почему он не едет? Удивительно, да? Да. Все, комнату мы сдали, ну, замкнули ее. И что у нас сегодня? У нас музей, паровозики, лошадки, что-то в этом роде. И детская игровая площадка, спринклеры, все это по пути домой. Таков план. Так, ну что, погнали. Хозяина не было, он вчера с женой уезжал, зато его сын приехал вот на Мустанге. Дом старый, сверху ходит, все скрипит, все трясется. Наши орут, я вообще не представляю, как он. Ну, утро у него точно раннее было. Ну и вечером тоже мы ему где-то 7:30 дали, когда домой вернулись. Детей мыли и усыпляли. Вот. Ну, дергаем в сторону дома. Первая остановка минут через 20 на завтрак. Еще не знаем. Или Сап, или Макдак, или Старбакс, или Карлс Джуниор, что-нибудь в этом роде. Прибыли. Город Сонора. Это крупный город здесь. Единственный крупный город. Ти-ди! И здесь Starbucks, и здесь Subway. Сначала в Сапчик, потом в Starbucks. И дальше. На игровую площадку. Потому что время 8:40, парк открывается только в 10. Так что поторчим с часок на игровой площадке с детьми. Ну и как это? Ой-ой-ой, Натанчик там давит, а? Сапчик еще... А нет, опен. Замечательно. Ты не туда убежал. Вот это игровая площадка. Ребята, это целый Диснейленд нахрен. Heaven for Kids называется, да? Где ты? Heaven. Какая-то... Микелечка, ты куда побежал? Подожди нас. Смотрите, этот ребенок, который ходить не хочет, только на ручке. Нет, он площадку увидел. Все. Куда вы бежите? Беги. Нытичек. Обалдеть. Где мы вообще? Запутался я что-то. А, ну вот, на каждый домик поднимаешься, из каждого домика горка отдельная. Молч. О, качелечки, все здесь есть. Это не крутится. Вот сюда пойдем. Пошли. Вот хороший домик. Вот он, смотри, быстрей. Быстрей, быстрей. Вот сюда. Вот сюда. Быстрей, вот сюда. Боже ж мой.
А? Вот именно, была бы у меня такая площадка в детстве, это же реально, это целый город, офигеть. Вау. Так, он там. А? Час надо, чтобы они здесь, но здесь не везде. Ой-ой-ой, бум! Аккуратней же надо. Он просто вылетел отсюда пулей. Иди сюда, на танчик, давай. Папча, давай, папча ловить будет. Быстрей, садись. Давай. Ти. Ти. Ой-ой-ой, током ударился, а? Так, вы аккуратно здесь. А? Она высокая, да, здесь ловить надо, но они током бьются. Стой! Да, боже мой. Мартышка, беги еще. А тут социальное жилье какое-то, Марусь. Да, а подожди, у них даже колючая проволока все ограждено. Интересно. Это... Слушай, это какая-то колония исправительная. Или знаешь что? Это лаборатория какая-то, Марусь. Я даже не знаю. Я вижу. Давай, пап, тебя здесь ловить будет. Га-га-га. Зюх! Опа, молодец. Кепочку одень. Стой. Стой, папа, кепочку одень. На, беги. Что я тебе кину сейчас? Да, садись и езжай. Давай. Папа будет ловить. Зюх. Вот так. Молодец. Беги. Кстати, офигенная вот это вот горочный комплекс такой. Сам прикол то, что вот паровоз, мотор от паровоза стоит. Или топка, я не знаю. А вон там музей. Он открывается в 10. Вот мы сюда приехали ради музея. Надо здесь тусить. Пойдем, пойдем, пойдем. А это не музей? А, до музея еще 10 минут ехать. Пойдемте. Сюда, сюда, сюда. Быстрее, быстрее. О, мостик! Мостик аккуратно. Нет, главное дырок нет. Ну, все закрыто, дети нигде не выпадут, это круто. Так, ну-ка, ждем братика. Потом папа побежит вниз вас встречать с горки. Подожди, подождем братика. Где братик? Вот братик. Ты смотришь за ними, я спущусь быстро. Да, но осторожно, там горка раскаленная, где на солнце. А ну тогда не надо, пошли сюда. Пойдем, пойдемте сюда. Вот здесь другой. О, колесики. Пошли, пойдем сюда. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Кораблик. Штурвал, качельки. Идем. Пошли, пошли, пошли. Слушайте, это просто офигенная тема. Иди сюда, Маечка, пойдем. Умничка. О, поэтому они могут слезть по сетке. Нет, по сетке подниматься будут. Пошли, Микелечка. Вот горка, иди сюда. Пойдем. Ты хочешь спуститься по сетке? Нет, давай поднимемся. Идем сюда на горку. Поехали. Она нет. Зюх, зюх, зюх. Ой, ё-моё, он подпрыгнет там. Давай, папа тебя поймает. Аккуратно только. Стой. Оп, здесь папа поймал. Зюх. Иди вот здесь. Вон там. Вон там поднимайся по сеточке. Давай, давай. Ручку дай. Зюх. Бум. Иди быстрей к братику. Вот сюда. Вот где мама. Поднимайтесь по сетке наверх. Давай, поднимайся. Вот сюда. Маечка, давай. Идем. Залазь. Давай, 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 давай. Быстрее, быстрее, быстрее. На перегонки. Гоу-гоу. Давай, ручками и ножками. Ручками и ножками. Вот так вот, правильно. Так не работает, на ошибках нет. Учимся. Микелечка, ты, я боюсь, упадешь? Давай ты вот здесь тоже ручками. Садись, вот так. Да, вот так вот ползи. Вот так работает. Ой, молодцы. Ой, молодцы какие. Слушайте, по карте это обычные апартаменты. Только, ну, прям реально написано, что какие-то там вот этого комьюнити апартаменты. Но что с ними не так? Крыша настолько дырявая, видимо, или протекает, ребятеночек, что ее просто синей пленкой какой-то обтянули, и то она лопнула от солнца и поразъезжалась. Но то, что по периметру она колючей проволокой и вся зазаборенная, притом забор, я не знаю, что это такое. Ой, еще люди пришли. Еще дети пришли играться. Ну, короче, я в шоке от таких апартаментов. Ну, его нафиг, лучше, это как в тюрьме.
Оп, папа тебя поймал, молодец. Кепочку дай папа денег. Давай наденет на тебя кепочку. Стой, все, беги. Еще детишки. Один детенок. Слушайте, площадка какая-то, площадка клевая. Вот пришли какие-то люди, и они какие-то реальные, не знаю, выглядят как-то неблагополучно. Вот здесь вот сбоку газеба, место для кемпинга, там бомжиха с бомжом. Тут пришли вот парочка, но они как-то выглядят, фиг его знает как, непонятно. Как-то не знаю, как-то антисоциально. Вот, поэтому думаю, ну его нафиг. Пойдем, Марусь? Когда мне страшно, если вот такие вот окрестности и такие люди сюда приходят, вот что-то я даже не подумал об этом. Ну, а откуда мы знали? Площадка офигенно выглядит, но мало ли что тут, честно, вдруг какая-нибудь игла валяется где-нибудь или... О, ой, какой кот красивый там сидит. Огромный. Слушайте, я не могу понять, почему, что здесь вообще вокруг происходит. Вон бомжиха сидит, орет. «Привет!» – кричала несколько раз. Там еще вон бомж какой-то. Вон ее пожитки, она ментально больная. Слушайте, может быть, апартаменты для ментально больных? Ну, фиг его знает. Но вот эти люди как на реке выглядят, вот с ребенком пришли. Какие-то у них взгляд какой-то затуманенный. Да, нет. Пацан, посмотри, у него взгляд затуманенный, он какой-то. Девчонка вроде, как бы, не знаю. Ну, ладно, пофиг, поедем. Туалет здесь, автобусная остановка. Поехали. Покажи еще, где луна? Микелечка, вон она, вон мы луну нашли, вон она. Ты видишь луну? Где луна, покажи. Покажи. Конечно, вон она. Красивая, да? Красивая луна. Ну вот, принес детей в машину. А Нейт был без ботинка. Марусь побежала искать и возвращается. Говорит, твой антисоциальный тип подал ботиночек и сказал, мы вас понимаем, наш тоже все время все теряет. Ну не такой он и антисоциальный оказался. Не, ну вот это, смотрите, бараки какие-то. Это 100% какая-то тюрьма нафиг. Что это такое? Так, 12 минут нам ехать. Мы приедем. Придется где-то 10 минут покуковать, пока музей откроется. Да. Смотрите, Care-центр, Avalon Care-центр. Здесь у нас Sonora Business Plaza. А вот оно, что это? Ну да, Greenwood Village. Это вот это вот апартаменты, которые обнесены забором. Здесь что у нас? Зоопарк. Марусь, что-то зу. Какая-то лечебница. За бортом 81 градус, кстати. Время без 15:10. Тут жарко. Жарковато. Sierra Village Apartments. Здесь уже побогачу домики. Ну, такие стандартные кондо. Greenly Oaks Medical Center. Ну да, что-то там, видимо, колючка ограждено для душевнобольных, я думаю. Кладбище. Большое достаточно. Мотель. Так, ну ладно, поехали в музей. А как насчет богатых вилл? Вот домики какие. Кремация. Там вон. А, ну вон камин такой. Животных, видимо, кремируют. Дядя Сэм в виде скелета. Слушайте, а здесь вот прям очень богато. Хорошие домики. Вот, вот старые есть домики. Вот прям.
А, ну это даунтаун, все понятно. Здесь вот все под стариночку. Как бы это история, ибо нефиг менять. Йога-лофт. Машины старые. Старые машины, побитые, царапинами. Смотрите, вот это что, это Субарик? Я таких Субариков последний раз видел, я не помню, в Чехии. Очень, вот еще Субарик. Очень старая машина, машина в среднем. Вот Бьюик, смотрите, какой. Машина, а, это Меркури. Ну вот еще Hyundai, вон сзади что идет? Нет, Субарик. Это вообще я понятия не имею, что это за машина. Вот это Civic старый? Или Аккорд? Что это, Прелюд? Аккорд. Машинам в среднем за 10 лет. Реально, что происходит? Мы где-то в забытой богом деревне. Обалдеть. Да, по машину видно... доходность человека. Я не говорю, что все должны на Поршах ездить. У нас тоже не все катаются на Порше, но те же самые Хонды, Ниссаны, Тойоты, они, ну, блин, или новые, или там максимум двух-трехгодовалые. Здесь же вообще я не вижу ничего, скажем, там до 2015 года выпуска. Мустанг тоже старый, Форд старый, смотрите, Джип старый, Kia. Вот Вранглер, вот Такома идет, ей года 2-3 от силы. Аккорд 2-3-годовалый. Все, ни одной немки за все время я еще не видел, вообще ни одной. Старый пикапчик. О, этот, Outlander Sport, но тоже ему лет 6-7. Еще Субарик старый. Ох мой, вот это я называю захолустье. Кстати, а большинство американцев вот так вот и живут в таких вот городках. Вон вообще, это что такое, это раритет, это 60-х, 50-х годов. Они, вон облезла краска колес, ой-ой-ой, вон вообще просто каркасы стоят. Калифорния, 49-я дорога на север. Да, Сонора, вот тебе и Сонора. Самый крупный город в этом регионе. Колумбия Стейт Парк. Собственно говоря, туда и держим путь. 3 мили. 6 минут ехать еще. Погнали. Слушайте. Таун Хоум Колумбия Вилледж. Вон какие домики, смотрите, строятся. Нифига себе. Колумбийский университет. Ну, город Колумбия и универ. Видите, вот камень и забор. Я сейчас проезжал, там просто куча скал вот так вот. И посреди этих скал кладка кирпичей. То есть... где-то в углу у тебя будет огромный блок такой гранитный, и от него идет стена. И это как бы кирпичная стена снаружи, камень, и внутри у тебя тоже прям в квартиру будет входить этот гранитный камень. И таких камней там штук 10, наверное, между ними кирпичная кладка. Обалденно просто в таком доме жить. Я бы просто... Вообще мне нравится такое, чтобы или кирпичики у тебя внутри были в квартире, или штукатуркой что-то, или дерево, например. Ну или вот... природный камень, какой-нибудь там гранит или песчаник, это же вообще клево. Ну, песчаник нет, это все-таки мусор, пыль дома. А вот что-то такое гранитное, мраморное, это просто вау, это круто. Вот они, видите, они камни эти здесь везде. Что это за порода? Ну, гранит какой-то, карст, может быть, не знаю. Вот. Old Town. Слушайте, интересно, интересно. О, там аэропорт, вот он, здесь какой-то рок, плейграунд. Вот Columbia Communication Center, там что-то, какой-то граунд был, да, плейграунд. О, здесь этот, рафтинг, элементарная школа колумбийская, Columbia School. Хомов 49-й, нифига себе, 40-й. Ой, здесь смотрите, все пошло, мотели, ины, прям вот как Market Daily. Это
Gold Road, Калифорния. Это те городки Колумбия, Сонора, то, что где мы жили, там, где золото провозили. Поэтому вот... и вагонетки старые, поэтому Railroad старая, это золотая страна. Вот если мы были в Nevada County, там, там серебро, серебро, а здесь золото, да. А здесь золотая страна. State Historic Park. Ага, класс. Золотая лихорадка, ребятки. Вон индюшки с индюшатками. Маленькие индюшатки. Прям маленькие-маленькие. Masonic Hall. Вот здесь масоны заседали. Слушайте, вот оно. Вот золотая лихорадка. Домики еще тех времен. Вау. Columbia House ресторан. Вот. Эль Жардин, какой-то индийский чувак там нарисован был с пером. Паркинг. О, да. Смотрите, камни везде валяются. Вот оно. И вот посреди таких камней, только там высокие были, по 2, по 3 метра, дом стоял. Это ж круто. У него здесь курятничек, индюшатничек вон. Ой, на чем заниматься? Мы сейчас здесь гулять будем, смотри. Сейчас возьмем машинки, он на кого-нибудь тебе пойдет. Вон тележка. Я паркуюсь? Да. Видишь, почему вот? Все, ребятки, я паркуюсь вот на этой парковке. Идем гулять. Мы приехали. Ты хочешь выйти? Ты пойдешь ножками сам гулять? Ты на ножками своими пойдешь гулять по земле? Ручки показываешь, да? Маечка, а тебя не удержишь. Ты сейчас побежишь вперед. Да, ты побежишь, уже показываешь. Поставьте меня на землю. Так, ну что, пойдемте гулять, смотреть, наслаждаться. Я уверен, это будет круто. Где мартышка? Вон она у тебя. Где у тебя тигр? Вот он, тигр. Один даже бежать готов вперед всех, другой нет. Салон святого Чарльза. Да. Так, ну что, вот он. Город золотой лихорадки. Вау. Groceries. Пиво, вино, сода. А, обалдеть. Смотрите, Колумбия, Калифорния. И вот сейчас возле каждого стор, как вариант, будет кто-то сидеть, например, здесь кто-то прячь будет, там кто-то стругать что-то. Вот так вот. В таких городках уже бывали не раз. Очень круто. Ну что, ребятки, город Колумбия, или как по местному Колумбия, штат Калифорния. Золотая лихорадка. Вот все как было, все так и осталось. Город не маленький. Вон все эти салуны, тюрьма, школа сюда. Стрелочки я вижу, туалет. Вот так вот это все выглядит. Обалдеть, да? State Historic Park. Наслаждаемся, ходим. Так, ну тюрьма и школа вон туда, мы потом посмотрим. Магазин, вагонетка, почтовый ящик. Нет, это мусорка. Газеба. Это, ребятки, Engine Company. Смотрите, Колумбия номер один. Моторная компания. Так, дальше идем. О, ворона как делает? Кар, кар, кар. Ты пойдешь сам пешком? Да. Давай ручку. Ручку, папе. Ручку, ручку. Не надо убегать. Ну иди, сиди. Сиди. Или сиди. Сиди, сиди там. Братик теперь сел. Ну, да, боже мой, мартышка маленькая. Микелечка, ты не помогаешь. Майки. Дай ручку братику. Дай братику ручку и пойдем. Давай ручку. Отвянь от меня, да? Давай ручку, папе. Пойдем. Дай ручку. Ну, псих маленький. Посмотрите, я уйду я от вас, злые вы. Куда? Он в газебо побежал. Дай руку, пойдем. Пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Дальше нам идти по прямой надо. Вон туда. Вставай. Вот туда, да, правильно. Папа хоть рука немного отдохнет. Сиди. Сюда все равно машины не могут ездить. Сиди. Маечка, дай ручку папе. Пойдем, пойдем с папой. Пойдем. Да, ну, иди, пошли со мной так. Да вот именно. Потому что Майки бесится, то, что я все время с Нейтом. А, смотри, смотри, сюда. Водичка. Видишь, вон, водичка поливает. Уилсон МакКоннелл Хоум. Это его дом.
И он был построен в 1869 году. Микелечка, аккуратно, не упади. City Hotel. Где? О, Free Town Tour. То есть, Микелечка, куда ты? Через час начнется, здесь прям тур по городу. О, вот это, да, вот это мы зашли. Ребята, это злачное место. Это бордель, это казино, это место, где бухнуть и в боулинг поиграть. Вау! Во, тут, ну, да, я вижу, ну, это реально злачное местечко. Здесь пили, курили, матерились и играли. Да? Пошли. Ага. О, так это ядра, нифига себе. Ой, можно катнуть? А, нет, ну, я бы сейчас катнул. Марусь, подожди. Ой, ладно, пойдем, папа не будет катать шары. Вон там тетенька видела в этих, в одеяниях, вон Марусь открывает свою лавку. Иди сюда, Натанчик. Пошли. Вон сзади тоже бабулька. А это бездомный со своими пожитками. А, это музыкант бездомный, смотри. Иди сюда, вот сюда иди. Это мусорка, да. Я тебя сейчас туда закину, будешь понтоваться. Вон дом лошадки. Лошадкин дом, пошли, иди сюда, Натаниэль. Аккуратно упадешь, под ноги смотри. Я вижу, иди сюда. Давай руку. Вот здесь спускайся вниз, садись. Садись. Сядь. Спускайся. Давай быстрей. Ручку давай папа подаст тебе. Беги к маме с братиком, беги. Беги давай. Беги, там лошадки. Как лошадка делает? Иго-го, правильно. Вау. Ага. О, да, это точно катафалк. Смотрите, это, пожалуйста, не трогайте. Сюда гроб клали. О, точно, обалдеть. Help us preserve history. Нифига себе. Что? Да. Пошли. Пойдем, Натанчик. Братик уже ушел с мамой. Пошли. Бегом. Ты же не будешь здесь один с катафалком тусить? О, Маша, это этот чувак. Он здесь по-любому в тюрьме работает этим шерифом каким-нибудь. Байкер. Да. Ноги не поднимай, а вот так делай. Микель, вот так ходи. Вот так ходи. Вот так. Вот так ходи. И ты тоже. Ты повторюша, хрюша маленький. Да, да, да. А! Пошли дальше. Пойдем. Пухлик. Масленица. Маффин. Цып-цып-цып. А? Пончик. Ты маленький донат. Да. О, смотри. Фотографик. Хочешь, тебя запечатлим? Да, он будет орать. Что ж вы делаете, нелюди? Охститесь! Ой-ой-ой, ступенечки, как мы спускаемся. Правильно, все ступеньки жопкой надо вытереть. Конечно. Давай ручку. Отвень, да, я сам. Боже мой, ты мне ручку подашь? Молодец, правильно. Зачем садиться, когда можно шагнуть? Натаниэль, иди, хочешь, мы тебя сфотографируем, Натулёк? Буктойс. Собачки он увидел. Натанчик, ну какая дева. Ай. Собачки увидел. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда, Натаниэль. Аф, конечно, аф. Тебе лишь бы аф. Ему лишь бы аф. Собачки. Собачки. Папагай. Ты не боишься собачек? Собачка. Погладь собачку. Хорошая собачка. Собачка? Попагайчик. Смотри, попагайчик. Пойдем. Да, собачки. Попугай у мужика ходит с бельгийской овчаркой, с попугайчиком. Слушайте, клево. Клевая деревня. Слушай, Марусь, она прикольнее, мне больше нравится, чем тот этот. Вирджиния Сити. А? Это маленькая улица,
Там маленькая улица, но это целый город. Хоть нет столько вот всего, но блин. Да. Машина едет. А ну-ка сюда иди, Натаниэль. Иди сюда. Машина едет. Ну-ка ручку дай. Машинка едет. Машина едет. О, внизу игровая площадка с вагонетками и с паровозиком. Ой, это же эти. Это не вагонетки, это золото промывать, там, да? Чик, вода, работу. Мы пошли золото мыть. Я тебе работу нашла, иди. Пойдем, пошли золото намывать. Пойдем, да. Так, маши ему, пока-пока, да, делай. Вот так. О, водичка! Быстрее, водичка! Водичка. Вон она поехала, да? Как в СССР. Да, помыли дорогу. Пошли. Ой, пыль подняли. Пойдем. Пошли. Пошли золото мыть. Беги, беги с мамой, с братиком золото мыть. Папа идет, да, туда, конечно, золото там. Ну, ты хочешь шорткат нашел, да? Нет, давай этот. Беги за братиком. Аккуратно только, аккуратно, Натаниэль. Посмотри, нифига себе, Майки влупил, Маруся его догнать не может. Смотрите, Майки, Маша, ну поймай, он сейчас навернется с такой скоростью. Охренеть. Поэтому, да, у нас дети реально ходить не могут. Один не ходит, его только на руках носить надо, другой не ходит, он только бегает. Он золото услышал. Упал? Микелечка, вставай, ничего не произошло. Вот здесь вот золото, смотрите, мыли. Вот оно все промывалось. Давайте, идите, мойте, намывайте. Хватайте песок. А вот шахта, да, походу, вход в мину? Как вариант, нет, может быть. Входа в шахту действующих нет. Нету? Ага. Ну что-то же вот здесь вот было. А это просто домик, Маша, где они жили. Там камины, кровать и все. Слушайте, очень круто, очень клево. Вот, посмотрим, что они делали. А, Маш, ну правильно, вот эти камни. Именно эти камни они долбили в надежде, что внутри где-то золото. Вот, смотрите, здесь долбят вагонетку, здесь же промывают. То есть золото искали везде, абсолютно везде. Слушайте, как клево, это не одна улица, это реально целый город. Вау. Ну, в продолжение всего, вот смотрите, домики, как бы каркасы от них остались. Пол. Ага, вот здесь вот проход как раз. Пол оригинальный. Крыша оригинальная. Ну как бы 140 лет, 160 лет машинка едет, Маша. Быстрей, стой здесь. 160 лет, как бы история, да? 1869-й, там дом какого-то Адамса был построен, я вот снимал. Эй, Сереж, не туда, куда? Ага. Дети теперь машут каждой машине. Где машинка поехала? Скажи ей пока-пока. Вот так вот машинка проехала, правильно. Пойдем, пойдем дальше. Ну так вот, сохранилось. Вот это если дом, то вот это могла быть какая-то церквушечка. Смотрите, вот вывеска, все как стандартная тема. Здесь вот камин прям посреди этой газеба. Здесь еще что-то, пристроечка, смотри. Микелечка, пойдем, оставь, дай папа выкинет. Давай, дай мусор папе. Давай. Ну-ка, выкинь эту пробку. Дай сюда эту крышку. Давай, это грязь. Пошли. Пойдем. Да. Пойдем. Идите сюда. Мелочь. А-а-а, пиявочки. Давайте, вам надо походить еще с полчасика, как минимум, чтобы вы устали. Потом будем спать в машине. Давай ручку папе. Хочешь ручку дать? Нет? Ты настолько обиделся, что я тебя на ручки не взял, что сам... Да, пойдем в доме гулять, пошли. Ну вот они здесь все долбили, ломали. Это старый город. Adams and Co. American Hotel. Офигеть отель, вы просто посмотрите, вот что. Здесь ресепшн был метр на метр. И как вариант две комнаты. Да ладно, на полном серьезе, смотрите. Вот это вот, ну если вот здесь условно был ресепшн, вот здесь одна комната, то есть ты входишь, и вот, и все, это вся комната. Как вариант, здесь кровать стояла, и все. А здесь типа стол, чтобы позавтракать. Вот у тебя балкон был с видом на вот этот вот камень.
Слушайте, шикарно. Я не знаю, что это такое. Колодец, погребальная яма. Что это, плита, алтарь для жертвоприношений. Стой. Опа. А? Стол. Стол. Ну. Осторожно. Давай ручку папа даст. Иди сюда. Так, пошлите дальше. Куда ты полез? Там паутина кругом, бог мой. Если ты мне хоть раз скажешь, папа, я боюсь паутины, я тебе... О-о-о! Это был колодец. Точно. Вот раздолье, бегайте, идите сюда. Пойдемте дальше, пойдем дальше. Майки, Натаниэль, пойдем вот сюда. Пошлите. А ну-ка, пойдем попьем. Пить. Иди, мама попить даст. Иди. Майки хочет попить. Майки, на, пей. Встань, поползунчик. Смотрите, конструкция. Вот здесь вот открывалась вода. Напор воды через эту трубу двигал вот это вот колесо. Здесь проходил такая резинка натянута на это, на этот вал. Этот вал что-то тоже делал, от него тоже резинка была натянута. Вот сюда, как вариант. И там еще какое-то... Что это вот это за сооружение? Я даже не знаю. Ну, тоже какая-то шестеренка. Ну, то есть, у них прям машина работала. Обалдеть. Все? Отдохнул? Пешком пойдешь дальше? На ножках пойдешь? Тиейпо! Что такое тиейпо? Я не знаю. Ты по-тайски со мной не разговаривай. Пойдем в салуны. Боже мой. Какао делает. Ты какао, приполз ко мне, давай иди. А иди, бегай. Пошли. Пойдемте. Натаниэль, пойдем. А, вот оно что. Ё-моё. Так они вагонетки перемещали за счет вот этих, смотри, здесь все полностью за счет этих колес. Обалдеть. Вот они, ребята все в шляпках. И какой же это год? Не написано. А, 1854 год. А, вот, это середина. Уже не было легкого золота и просто обычная индустриализация. Это обычные рабочие. Они не для себя старались, а за зарплату. Это большие компании, ну и собственно, как вот это все. Все понятно. То есть, когда была золотая лихорадка, все сюда лезли. И если тебе повезет выкопать золото, то ты разбогатеешь. Все работали сами на себя. Но так как уже... так как уже пик золотой лихорадки прошел, оставались еще крупные магнаты, скажем. Они нанимали простых рабочих, которые... Копошились здесь ради золота на вот этого дядьку. И вот это вот простые рабочие здесь были. 1800. Ну да, правильно. Сан-Франциско, золотая лихорадка была в 1750-х, правильно? А это 1850-е. Спустя 100 лет, как уже золото по всей Калифорнии дербанили, уже почти ничего не осталось. Вот они приехали, говорят, а давай здесь поищем еще. У меня, говорит, денег дофига, и она ему фиговую тучу рабочих, которые будут здесь. И как вариант, вон тот дом богатый, где поливалось все, это и был этот землевладелец. Пойдем, Натанчик, пошли, пошли, пошли. Не делай вид, будто ты устал. Ты за всю свою жизнь вообще, можно сказать, ногами не ходил. Вот теперь ходи. Бегай, бегай. Маечка, а что, вверх так уже легко не бежится? И побежал. Пойдем. Пойдем. Как тигр делает? Тигр как делает? Не знаю, да? Пойдем, пойдем, пойдем. Ручку хочешь, папа даст? Нет, или на ручке. Ты устал? Ты весь день ничего не делал. Ты как Мия, устал ничего не делать. Да-да. Смотрите, у него свой ларек, он здесь что-то продает. Поделки какие-то из дерева, все такое. Притом мужик местный. Самый настоящий коренной американец. Ну, Данечек, сядь рядом. И тоже камушки покидай. Правильно. Чем еще заняться? Вау!
Маша, это Wells Fargo. Это банк. Слушайте, это один из первых банков США. Один из самых крутых. Вот сейф. Columbia офис. Вау. Это вот все эти салоны пооткрывались. Смотрите, здесь бренди. Микелечка, иди сюда. Микель, мы там были. Натанчик, пошли. Пошли, у меня GoPro опять. Батарейка кончилась, и вторую не брал. При такой жаре она проработала минут 20 и все. Иди сюда, быстрей. О, посмотри, что здесь. Пошли. Ой, Маша. Какая красота. А это что такое? Overland Mail Rule. А, так это почта. Почта калифорнийская. Марку мне, пожалуйста, одну марку до Орегона. Мы на почте, Марусь. Пони Экспресс какой-нибудь. Золотой песок, смотри, золотая пыль, Gold Dust. Где? Wells Fargo Экспресс, ну, банк. Вон, почта, перевозили все. Слушайте, это просто вообще, как я люблю вот такую вот историю. Вот они, дороги, смотрите, от Стоктона, вот Стоктон, и пошло по всему, до Сакраменто, туда наверх. А мы сейчас где находимся, где Колумбия? А, вот Сонора, вот здесь где-то мы. Вот примерно такое же расстояние от Сонуры до Стоктона и от Стоктона до нашего дома, вот здесь где-то Конкорд. Вау. Сьерра-Невада, а вот Альпы. Все, дальше маршрутов не было, потому что здесь вот эти, ну, Альпы, в смысле, Сьерра-Невада разлом. А, хребет горный. 1849-1870 года. Угу. Вот они как ехали, Маш, смотри. Вот дорога была. Обалдеть. Да, да, на такой тележке, да, да, это почта US Mail, Wells Fargo Express. Все, пойдемте дальше в другой салон. Налево. Налево, Микелечка. Налево. Пойдем вот сюда. Дальше идем. Бренди? Суд вас. Суд вас. Давайте, сейчас судить будем. Микель, давай суд. А нет, можно, пожалуйста, двери закрывайте нежно. Нежно двери закрывайте. То есть он там работает? Микелечка, иди сюда. Кичен. Маш, столовая, ты посмотри просто. Майки. Они шоколад здесь делают на этих столах. О, класс. Майки кушает, говорит. Да, мэрбл тейблс, они здесь в Колумбии сделают. Ага, мраморные столы вот эти, они прямо здесь. Вон, хэнди чоколад. Ага, смотрите, с 1800 года. Вообще создано в 1923 году. Что? Привет, скажи им. Скажи хай, вот так вот. Да прибудет с тобой сила. Он еще вот так пальцы умеет делать, как я не умею. Вот так 2 и 2. Он так спит. О, музей. Native song. Ой, смотри, настоящие песенки. О, Маша, там медведь нарисован. Заходи сюда. Заходи. Заходи, заходи, заходи. Пойдем. Аккуратно только. О, музыка. Тру-ту-ту-ту. Этот просто наступил на ступеньку. Ты видела? Ой, какой сэр с перьями. Смотри. О, Маша, это Беркли? Ага. О, Бекерсфилд, смотри. Вот Аламеда, да. Все, пойдем, Натанчик, пошли. А что? А. А все, здесь нету? Пошли, аккуратненько. Пошли, 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 пошли. Да, поздоровайся с девочкой, поздоровайся. Молодец, умничка. Пойдем. Пойдем, ты уже ей помахал, Натанчик. Пойдем. Что с тобой? Ты точно мой сын? Он уже с полчаса пешком бегает. Аккуратно. Заходи. Куда мама пошла с братиком? Не сюда, не пошли. Вот сюда. Иди сюда. Натаниэль. Вот сюда мы зашли. Иди сюда. Ты не в тот магазин побежал. Вот сюда надо. Это свечки делают. О, свечки делают. Пошли, покажи. Да, ты правильно, оказывается, шел. Пошли. Магазин книжный. Пойдем? Пистолет. Нифига себе, там револьвер продает. О, пошли пистолет смотреть. Пойдем.
Пистолеты и ружья. Вот это ружье стоит $279. А вот такой пистолетик 125. Смотрите, какая красота. А, Натанчик, защищайся. Чё? Нет, нельзя, тебе еще рано. Тык-тык-дык хочешь? Смотри, какая лошадка. Тык-дык-тык-дык. Так, пошли, что ты жопой пол сломал. Вставай, бегом. For adults only. Ой, ковбойские шляпы настоящие. Слушай, там прям пистолеты эти, таких, ну, они не настоящие, но того времени, такие клевые. Пошли, пойдем. Пошли, вот сюда идем, Натаниэль. Маечка, пошлите дальше. Побежали. Этот красный весь. От перевозбуждения краснеет. А этот вообще, я говорю, не мой сын. Кто-то его подменил, сколько он уже пешком может ходить. Там свечки делают. Майки, пошлите. Все, папа уходит. Чус. Побежали. Это, походу, китайская медицина, да. Где тут? Из морских коньков, из черепахи что-то. Знахари какие-то. Ты сейчас упадешь. Аккуратно садись, иди. Птичка сойку нашел, смотри. Вон одна, вон вторая, вон третья. Ой, сколько там штук? 5, 6 соечки, да? Микель? Пойдем. Пошли. Пойдем. Аккуратно, смотри под ноги. Сейчас машину заведу. Это настоящий ресторан, смотрите, там прям люди едят. Прям вот ресторан, побогачу с белыми скатертями. Вот там толпы народу. Так, ну что, все? Вон там вот начало, там стоит машина. Вот музыкант, который с утра пришел. Слушай, я видел чувака, он шел с бутылкой какого-то пойла. Если здесь какой-нибудь вискарик, ром или что-нибудь, джин, что-нибудь такое делают, я бы себе прикупил бутылочку. А? О, там в боулинг играют. Я не сыграл, кто-то за меня играет. Музей мы хотим? Да поехали уже, хватит, они набегались. Так, ну что, поехали на паровозике кататься. Оставь кукольный магазин, игрушки, сувениры. Пойдем посмотрим? Пошли, пошли игрушки смотреть, побежали. Вот сюда. Заходим, игрушки смотреть. Сейчас посмотрим, что-нибудь купим. Пойдем. Быстренько. Ресторанчик. Вот так вот, там девочка работает, смотрите. Прям ресторан. Так. Вставай, ничего не произошло. Броневой пацан, отвечаю. Пошли. Нет, мы не пойдем кушать. Я знаю, что ты любишь скатерть дернуть со стола. Пошли. А мы поехали. Пока-пока. Он девочку нашел красивую там. Нет. Пошли. Там боулинг играют. Мы потом... Поверь мне, я люблю боулинг, да? Ты подрасти, и мы будем резаться вообще. Пошли. Вот газеба. Братик возле газеба уже тусит. Быстрей. Давайте на газету поиграйте, а мама подойдет. Давай. 1976 года она была построена. Колумбия. Сереж. Да, я смотрю. Иди сюда, Натаниэль. Майки, стой. Иди сюда, иди к папе. Быстренько. Иди сюда, Натаниэль. Давай к нам, пошли. Мама сейчас придет, пошли. Иди сюда. Тусим здесь. Вот здесь тоже вот речка, вон эти камни, вот они показаны, как они тут на картинке вымывали все. Так, Майки, не уходи никуда. А ты иди сюда, наоборот, быстрей. Так, вот это вот школа, обратите внимание, вот здесь вот на природе, вот это класс. Вот это вот стена как доска была, как вариант. Вот они здесь учились. Не знаю, сколько учеников было. А, вот, school налево, jail направо. Давайте пойдемте посмотрим, как тут сидели. Посмотрим, как сидели. Ну, как вам сказать, сидели? Хреново сидели. Там спал констебль, который здесь жил, походу. А вот здесь, ну, что я могу сказать? Ну-ка, встань, папа посмотрит. Вот дверь открывалась, она открывается? Нет, закупорено, да? Да, закупорено. Одна комната там, стульчик. Ну-ка, стой. Вторая комната, здесь нары. То есть здесь он вон. Ну, я могу сказать, как это. Ну, ты покажи комнату мне.
Телефон. Да что с тобой? Вон там. Вон она. Да-да, сейчас пойдем. Лошадки, я вижу лошадки. Ну, короче, хрючево ему дал, тот сожрал. Двое могли только сидеть. Лошадки где? Вон лошадки. Майки, лошадки. Давай ручку, пошли к лошадкам. Побежали к лошадкам. Лошадков мы любим, да? Мы любим лошадков. Мы сюда и приехали, потому что увидели картинку, что здесь на лошадях катаются. Ну вот сейчас, видимо, можно будет прокатиться. Но мы уже все равно уезжаем. В другом месте покатаемся на лошадях. В Европу приедем, там в любом старом городе. Да, Маечка, да, лошадки. А ну-ка, остановились здесь и ждем, пока лошадки проедут. Ну-ка, садись, вот так вот, садись, молодец. Садись, будем лошадкам махать, да? Да, маши лошадкам, маши, Майки, маши. Натанчик тоже. Уехали лошадки. Уехали лошадки. Как лошадка делает? Йо-хо-хо, да. Ну что, поехали мы дальше. Кабарне-савиньон местного разлива именно отсюда, с этого региона, вот где-то в соседнем деревне делали. Клево, за 18 баксов. Да-да-да. Винище покупаю, иду вам рассказываю. Вот оригинальная касса, подхожу, она говорит: вы откуда? Что я должна сказать? Я должна вам сказать привет. Я такой: привет. А боже мой, говорит, вы откуда? Мы говорим: мы из Конкорда. Она говорит: я родилась здесь, уехала в Конкорд, жила в Конкорде 30 лет и вот вернулась сюда. И кстати, вот этот белый дом, про который она говорила, это Airbnb, говорит, если вам надо. Вот здесь вот офигенное место. Фух, жарковато. Поехали на паровозике кататься. Слушайте, винище офигенное. Оказывается, оно $12 стоило. Кабарне Савиньон, именно то, которое я люблю, местного разлива. Ну попробуем, что? Ага. Так, поехали.